13 января, 24 год, начало подготовки к стратификации косточек персика. Но также не забываем про остатки косточек, которые были заложены на стратификацию в 23-м году. Этим косточкам пошел второй год. Находятся они в холодильнике. И видим, что они также наклевываются. Это из разных культурных. Это хасанский клон Железова. Остатков на этот год на стратификации осталось 5%. Сейчас мы разбиваем косточки. Семечку ядрышко вымачиваем 3 дня. Далее будем закладывать на стратификацию в холодильник. Сейчас раскалываем косточку маньчжурского. Вот такая семечка.